Мне нужны те люди, которые пришли лишь потому, что это единственный путь для мужчины в то время, в которое мы живем. Если ты мужчина, ты не сможешь сидеть на своей пи***е дома. Разве не так? Так точно. Если же ты не мужчина, все, тебе претензий нет. Тебе претензий нет. Кто сюда приехал на экскурсию? Или заработать деньги? Или на фотографию? Выйдите лучше в этот строк. Сейчас замыкают котел Дебальцева, а потом займутся нами. И нам всем будет. Кто не готов умереть? И пойте, сочиняйте песни про нас и пойте до конца своей соломенной жизни. Вот пока мы будем жалеть дедушек и бабушек, да, всех наших молодых убьют. Убьют. А потом на 20-й день умрет и дедушка. И что результат? Результат. Мудрость где в этих поступках, а? Скажи. Тебе не жалко вот молодых пацанов? Сколько он прожил? Дедушка 90 лет прожил. Нам бы с тобой дожить до 80. Согласен? Можно надо дело. Понимаю, что здесь происходит. Я просто, понимаете, как, что меня раз... Чего я растерялся? Ну, женщина здоровая, все нормально, то я буду бац, я не знаю, что делать. Вот я подошел к пациенту. Там, где она живет, нет врачей? Врачи там есть, но вы знаете, как врачи к этому все равно относятся. Не знаю. Не знаю. Ко мне всегда врачи относятся нормально. Потому что я говорю громко, понятно и четко. Да не надо нигде просить. А что за чушь? Просили. Как вы просили? Решил, приехал, и ты в строю. Но мы не знали, что так. Что вы придумаете велосипеды? Мне звонят такие смешные, простые грязные. Ну почему-то у нас так. Я дома, хочу на войну, но не могу поехать, ни один поезд не едет в ту сторону. Что за бред? Пешком идти. Комбасы пошел на восток. Уезжали из Орловщины, я говорю, нам с вами, нет, не надо, с нами пока не надо. Едет туда, куда будет. Мы приехали. И вот вы приехали и за неделю навоевали. Стыдно, честно говоря, стыдно. Вот из-за этого, знаешь, мы все погибнем, а вы будете какие вы сами. Давай, жми руку людям. Мне это надо не было. Давай, жми руку и